голове моей туманы, маны. Ага, baby, hallelujah. Назовите три любые песни, я одну из них спою. Если нет, то я вам 100 рублей даю. Подождите, мы же не знакомимся. Весь чарт ВК в моей компетенции. Это хочу прижать тебя к себе, ничего не сказав. Знаете все песни? Только ты пари, ты пари. Облаками ты взлетаешь. Друзья, всем привет, это Хижина на Музыканта. Мы случайным образом оказались в Москве. Сейчас я буду подходить к людям и просить их назвать три любые песни. И если хотя бы одну я из них не спою, я им буду давать 100 рублей. К сожалению, в последнем выпуске мы не попали в тренды, хотя вы так яро втопили актива. За это вам огромное спасибо. Этот выпуск будет последним в этом сезоне, потому что становится холодно. Но у нас есть последний шанс попасть в тренды. Для этого поставьте лайк, напишите несколько комментариев и добавьте это видео к себе на стенку ВКонтакте. Приятного просмотра, поехали! Привет! Назови, пожалуйста, три песни, я тебе одну из них спою. Подожди, да, легкое видео, вообще очень простое. Девчонки, привет! Что в последнее время слушали? Можете назвать три любые песни, я одну из них спою. И все. Мы денег ничего не требуем, просто песню назовите. Ну ладно, хорошего дня. Девчонки, привет! Можете назвать три какие-нибудь песни, я одну из них точно спою. Девчонки, привет! Мы снимаем очень классное видео, назовите три любые песни, я одну из них спою. Ну, любую песню, что в голове есть. Утки. Утки? Да. Какие утки? Утиная охота. Нет, дальше. Еще две песни. Вы же сказали любые. Три. Три любые? Три любые. Что-нибудь совпасть должно. Давай, выбирай быстрее, я гитару хочу поставить. Нестандартная батарейка. На, давай. Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Что ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка. Что у любви у нашей села батарейка. Спасибо, спасибо для разогрева. Хороший выбор был. Хорошего дня вам, давайте. Девчонки, привет, отвлеку на минутку. Назовите три любые песни, современные русские, и я спою вам одну из них. Если нет, то я вам 100 рублей даю. Да, давай. Зарсой или обычный? Сансара. Сансара? Да, можно, в принципе. Когда меня не станет, я буду петь голосами твоих, моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама. Спасибо за участие. Хорошего дня. Спасибо. На ютубе «Хижина музыканта» канал называется. «Хижина музыканта». Тяжелое название? Да. Ну, не выговаривается с первого раза. Да, да. «Хижина музыканта». Все, что я пел сегодня, это, конечно, хорошо, но классику тоже не стоит забывать. Поэтому я хочу сегодня разучить красивую мелодию «Green Sleeves». И в этом мне поможет приложение для гитаристов «Timbro». Поехали. Самое главное, не забудьте включить метроном. На ваших глазах только что разучил мелодию Green Sleeves. Если и вы хотите поиграть какие-нибудь мелодии в стиле фингерстайл или просто на одной струне, а еще и разучить аккорды, то скачивайте приложение к себе на Android или на iPhone и играйте. Ну а мы продолжаем. Девчонки, привет! Назовите три любые песни, я спою, не поторопитесь. Одну из них спою точно. Вот три назовите.
Да, навскидку любые, какие там играют современные, про любовь. Какую-нибудь ржаку сейчас загадать вам. Сейчас слушай. Мне кажется, топ-чарт ВК это уже смешно, поэтому давайте что-нибудь. Давай. Ну я точно хочу крошка-монеточка, вот это просто. Крошка? Она пару дней назад вышла. Нет, ладно. Откуда я знаю? Вы пожалели меня? Давайте окей, Тима белорусских. Окей? Знаю. Подпоете? Нет. Я не знаю. Окей, мы просто играем в жизнь, часто не понимая роль. Наши сюжеты — это белый лист, где мы вместе напишем свой. Окей, мы просто играем в жизнь, часто не понимая роль. Наши сюжеты — это белый лист, где мы вместе напишем свой. Все. Спасибо вам, хорошего дня. Спасибо. Девчонки, привет. Немножко потревожим вас. Зачем? Загадайте три любые песни, я одну из них спою. А можно нам некогда? Простой запрос. Три любые песни, да, я одну из них пою. С этой ночи начинается лето. Да, хорошая песня. Знаю. Джонни поет. А, да? Давай, Карин, снимай. Карин, снимай. Почему я не хочу снимать? Сними, пожалуйста. Ты же точно Джонни? Да. А, ты паришь, что ли, когда? Да. Легко? С этой ночи начинается лето. Как же долго я ждал этого момента. Тепло на душе, тепло внутри, тепло в глазах. Я так хочу прижать тебя к себе, ничего не сказав. Только ты пари, облаками ты взлетай. Там вдали фонари горят и ты сияй. Говори до зари, вслух мне о любви читай. И пари, ты мой счастливый рай. Спасибо большое. Классно, вообще. Красавчик. Ты можешь сказать Инстаграм, на тебя подписывай. Да. Мы просто на YouTube-канал снимаем. Да? Скажешь, да на нет. Экране будет? Нет, спасибо. Привет. Привет. На дури? Да. А что я играю, угадаешь? Или на чем вы играете? Ну. Скрипки? Нет. Мы не классика. А что ты? Эстрада. А, понятно. Мы интересное видео записываем, называйте три песни, и я одну из них точно спою. А, это ты, который поет? Ну, я всегда пою, еще играю. Нет, ну вот я видел, что то ли в чат рулет. Да, чат рулет тоже снимаю. Вот решили пока тепло тоже на улице выйти поснимать. Вот называйте три любые песни, я спою вам одну из них. Давай что-нибудь такое, типа, самый дорогой человек. Да, давай. Давайте самый дорогой человек. Самый дорогой человек? Ага. И пропадает миллионов навек, когда-то самый дорогой человек. Правда, слишком глубокая рана, забывать друг друга пора нам. И пропадает миллионов навек, когда-то самый дорогой человек. Правда, слишком глубокая рана, забывать друг друга пора нам. Хочешь дальше попеть? Задержи дыхание на миг. Нет? Не знаю. Ребят, мы вас потревожим чуть-чуть. Назовите три любые песни, одну спою точно. Что в голове есть? Современная русская там. А, современная русская? Просто сложнее. Почему? Английский, что ли, любить? Да. Я в целом чиллаут слушаю, поэтому мало чего петь можно. Что вспомнить, что под гитару поет, может? Давай выдыхай. Выдыхай? Ну, классный выбор. Классно, да. Пожалели тебя. Даже с тобой спою. Давай. Затянись мной последний раз, ткни меня мордой в стекло, дави меня, туши мою страсть.
буду дымить назло. Боль на фильтре грязным бурым пятном. Все, что мне от тебя останется, урна мой будущий дом, и вряд ли мне там понравится. Выдыхай скорей мою душу наружу, ей тесно, в твоих легких так мало места. Выдыхай скорей мою душу наружу, ей тесно, в твоих легких так мало места. Но если честно, во всем виноват я сам. Класс, спасибо. Хорошего дня, до свидания. Спасибо. Хижина музыканта. Ребят, здравствуйте. Можете назвать три какие-нибудь песни? Я одну из них спою. Снимаем видео просто. Денег не требуем, просто интересный контент. Три песни в голове какие есть? Я так... У всех ступор сразу. Да. Что-то как... Не знаю. Все это рок-н-ролл. Все это рок-н-ролл. Надо что-то посовременнее. Ну, желательно, да, желательно. Давайте что-нибудь Макса Барса. А, давай. Ты сегодня не пришла. Я долго думал, почему. Может, сделал что-то не так, или ты не поняла. Может, я был дурак, смотри. Я так хочу тебя набрать. Спросить, как твои дела. Но мы знаем наперед, кто-то трубку не возьмет. Я держу себя в руках. В голове мои туманы-маны. Утекла любовь из кармана. А мне друзья говорили: забудь ее, забудь. Ты ее забудь. В голове взятся раны-раны. Ну, о, смогли. Спасибо вам. Хорошего дня. Спасибо. Как вы знаете, вышел мой новый трек. Называется он «Не навсегда». Вот приобрели небольшой плакатик на Третьяковской галерее. За полгода взяли, чтобы, так сказать, распушить трек. Многие думают, что я пою только каверы на чужие песни. Но это не так. Я выпускаю еще авторские песни под ником Арслан. Для удобства оставлю ссылочку в описании на мою карточку музыканта ВКонтакте. Девчонки, привет, назовите три любые песни, одну из них спою. Современные про любовь, там, что-нибудь прикольное. Давай ЛСП, что-нибудь можешь запеть? ЛСП? Да, хороший вариант, между прочим. Но только не свежий, там не про свиньи альбом, а этот. Она закрыла Инстаграм от меня, чтоб я не смел за ней следить никогда. И удалила свой ВК навсегда. Теперь не знаю, как мне жить. А не предъявил ее пацан, бла-бла-бла. Чтоб я не смел за ней ходить никуда. Бабок очень много у его отца. Так и связь, а сам он в общем-то мудак. А-а-а, бэйби, твоим ногам я сыпал роз лепестки. Оказалось, ты ебешь мне мозги. Пока тебя ебет богатый трос, ты из Москвы. Мы резко сократили, да, припев? Очень круто. Спасибо, хорошего дня вам. Спасибо. Пока. Приветствую. Снимаем интересное видео. Назовите три любые песни, я спою под гитару. Ничего больше не требуется. В голове есть название каких-нибудь песен? Не слушаете, че? Вообще хоть что? Хорошо. Булат возмущается, что у людей в голове даже нет ни одной песни, ни любимой, никакой. Даже банально можно было назвать, там, не знаю, районы, кварталы, медлячок, там, батарейка, да. Но у людей нету мыслей, и они лезут в телефон, чтобы поискать. Привет! Можно с вами небольшой видосик снимем? А назовите три любые песни, я одну из них спою, ну, по крайней мере, постараюсь. Знаешь, это было? Да, знаю. Поешь тоже? Я вот пою. Поехали. I've heard a one a secret chord that daddy play and it played alone, but you don't really care for me.
speak, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major leaf. The Buffalo King composing hallelujah. Спасибо вам. Спасибо. Давайте. Вот, ребята, назовите три любые песни, если не сложно. Я одну из них спою. Три любые песни, да. Денег требуем, просто снимаем классный контент. С ребятами песни поем. Одну любую. А если не спою? Спою по-любому. В смысле, ты поешь или нет? Да, я пою. А. Три назови... Ай, да, три песни любые назовите. Хотя бы одну. Сансара. Сансара. Вообще издеваетесь, вы тут только Сансару поете все? Нет, мы два раза только сюда пели. Давай как Джа. Как Джа? Как Джа. Не знаю. Макс Корж. Макс Корж, да? Как называется песня? Сейчас. Могу я по колено? О, классно. Давай остановимся, а тут тяжело мне так играть. А, мы тоже будем участвовать? Ну, вы просто постойте, я вам спою, ну чего вы? Реакция типа. Время без забот тихо опустилось за горизонт, а за ней новый снежный ком делами накрывает с головой. Слышь, время без забот, будем вспоминать тебя через год. Из автомобиля радиовцо напомнит нам о том, что не сбылось. Знаешь, горы по колено, горы по колено, горы по колено тем, кто держит шаг. Никаких потерь, просто наступает время, время разложить эту жизнь по местам. Волны по колено, волны по колено могут и свалить, ой, держи удар. Никаких потерь, просто наступает время, время разложить эту жизнь по местам. Вот и все. Спасибо вам. Хорошего дня, давайте. Вам пока. Удачи. Хижина музыканта. Снимаем интересные видео, назовите три любые песни, и одну из них спою. По крайней мере. Если не спою, я вам 100 рублей даю. Такой у нас контент. На русском или на английском? На русском, современном что-нибудь. Не забудь там. Я тоже хотела сказать. Ну, хорошая песня, да. Ну, смотрите. Незабудка, твой любимый цветок, даже поцелуй станет самым горьким. Любишь говорить, что ты. Дальше еще две какие. А, все, что ли? Да. Там, ну, эту не считаем, давайте дальше. Считаем? Да. Выхода нет. Выхода нет. Да, могу. Скоро рассвет, выхода нет, ключ поверни и полетели. Нужно вписать чью-то тетрадь кровью, как метром балетой. Спасибо вам за участие. Хорошего дня. Спасибо. Незабудка, мой любимый. Чтобы не упустить еще больше интересных видосов на моем канале, просто кликай на кнопочку подписаться, сделай ее серенькой, как говорится, и поставь колокольчик на самый верхний уровень, чтобы получать все мои уведомления. Если и ты вдохновился этим видео, хочешь научиться играть и петь, как я, абсолютно любые песни, это реально. И в этом я тебе помогу, ты можешь пройти мои самоучители видеокурсы по гитаре и по вокалу, они все находятся в описании и вот здесь вот в подсказках. Просто кликай, изучай гитару в домашних условиях самостоятельно и начни уже играть свои любимые песни, это все более чем реально. До скорых встреч! Пока. Эстафету передаю Косте и Илье, пусть попробуют что-нибудь снять в Питере. Удачи ребятам.